Это повод гордиться. Значит, мы правильно все делаем, мы правильно двигаемся, мы живем в том регионе, где есть потенциал роста. А значит, мы можем быть в какой-то степени спокойны за свое будущее, будущее своих детей, и спокойно развиваться, никуда не оглядываясь. Вы знаете, очень в трудные времена очень много людей думают, куда бы уехать, надоело, здесь все плохо. А в Тюмени, кажется, все хорошо. Поэтому и у нас, наверное, один из немногих регионов, где у нас по демографии положительная динамика, и по миграции положительная динамика. К нам приезжают и приезжают. Вот эти моменты говорят о том, что все, что мы делали системно много лет, это даже не только сделать это, скажем так, власть. Это все общество. Мы консолидированно много лет, системно, правильно работаем. И вот результаты. И премьер-министр приехал посмотреть точки роста и с новыми решениями отсюда уехать в другие регионы. А жителям что? Радоваться тому, что живем в лучшем регионе страны.